Фестиваль «Битва на Волге» станет ярким музыкальным событием Дня Республики. В конкурсе дистанционно примут участие гармонисты-любители и профессионалы из районов и городов Чувашии. Фестиваль посвящен столетию образования Чувашской Республики и будет проводиться впервые. В репертуар войдут традиционные народные, современные наигрыши, вариации, песни и частушки. Участники конкурса, согласно условиям, до 18 июня должны предоставить видеозапись двух произведений на гармонии. Адрес вы видите на экране. Выступления лучших исполнителей можно будет увидеть 24 июня на сайте ДК «Тракторостроителей» или на официальной странице Дома Дружбы ВКонтакте.